В слете приняли участие 30 команд, 180 участников и более 30 болельщиков. Команды были сформированы из воспитанников объединений кикбоксинга, рукопашного боя, атлетической гимнастики, декоративно-прикладного творчества, туризма, краеведения, футбола. Соревнования проходили в два этапа и состояли из 9 различных препятствий. Это спуск, подъем по склону, оказание первой медицинской помощи, параллельные перила, переправа по бревну, туристско-краеведческая викторина, маятник, переправа по живому бревну, паутина и катамаран. Победителям были вручены подарки, а всем участникам слета – сладкие призы.